Всем привет! Dota 2 обновление, 8 января, список изменений. Исправлена ошибка, когда эффекты дрода имели неправильный цвет или призматический самоцвет отличался от стандартного. Напомню, дроду это курьер. Исправлена ошибка, когда эффекты эфирных самоцветов были монохромными, вместо вариации нескольких цветов, как в Trail of Burning Dawn. Исправлена ошибка, когда нельзя было извлечь самоцвет с автографом из вещи на странице подробностей предмета. Исправлена резкое понижение частоты кадров при быстром переключении юнитов с анимированными предметами в инвентаре, такие как радиация, рапира и мулджорн. Размеры обновления 55 мегабайт. Всем спасибо, с вами был Hard Fantastic, Полицвет, подписываемся на канал, не пропускаем обновления, пока!